В Алтайском крае выбрали лучший районный центр, лучшую деревню, лучшую усадьбу. Сегодня победители получили заслуженные награды. На конкурс поступило 36 заявок. Выбирая лучший районный центр и село, жюри оценивало уровень благоустройства, а рассматривая частные усадьбы, ландшафтный дизайн. В итоге лучшим селом была признана Старобелокуриха Алтайского района. В номинации «Лучшая усадьба» победила семья Богатыревых из села Лобаниха Новичихинского района. Лучшим районным центром стала Топчиха. В этом году в селе построили дороги, установили уличное освещение, скамейки и разбили клумбы. Кроме дипломов, победители также получили денежные премии. Самое значимое лично для меня, как для главы администрации, то, что наша работа оценена краевыми органами в первую очередь, то, что я испытываю чувство гордости за то, что наша работа оценена, то, что наши жители звонили мне и очень радовались, это же чувство патриотизма за свое село.